Доброе утро! Всем привет, друзья! Сегодня я на выставке. Покажу вам всем обзорчик. Сейчас сделаем по птичкам, по канарейкам, по попугаям, по курям. В общем, обзор полный сделаем, с комментарием постараемся. Находимся, выставка птиц, город Кропоткин. Итак, отправляемся. Даже правильно будет сказать ярмарка. Вон, видите, ярмарка. Адрес ярмарки, город Кропоткин, улица Речная, 6. Сразу же на выставке нас встречают утята. Это гусята, да? И в какую цену? 250 такие. 250 рублей. Гусята, вот такие. Погода сегодня ветреная. На выставке также имеются рыбки. Большой выбор ловушек. Даже вот ловушки для мышей есть такие. 250 рублей одна стоит. А западки в какую цену вот эти? Это ловушка, птичья была. Да-да, почем она? Это я. Вот это сколько стоит? Западочек. Пацаны, 300 рублей. 300? Это птичек ловить. Да я помню, щегла, этих зеленушек, да? Да, все можно. 300 рублей. Ясно. Такие вот волнистые, выставочные, 4001. 1-4 тысячи, да? Молодые по 2,50. Вот, друзья, вот такие выставочные по 4 тысячи. Птица хорошая, вот молодой, смотрите, как выглядит. Вот этого птенцу 1,5 месяца. Еще клювик черненький, вот такой крупный. Вон еще на жердочке сидит, тоже крупный, выставочный, хороший. Вот голубой взрослый, а рядом сидит зелененький, это уже, ах, не видно. Да, он за этим, как его, по маршруту. Погода сегодня пасмурная, поэтому немножко темно получается. Это певчий попугай, вот красный самец. Вот еще самец подошел. Вот так выглядят самцы, певчие красные. А вот там слева у стенки сидит самка, слегка желто-розовая. Курочки шелковые. Хозяин отсутствует. Рисовая мадина. 700 рублей голова. Вот певчий тоже. А здесь вот карел, это розела, желтощекая, Стэнли. Какую цену Стэнли розела? 8. Неразлучники по 1000. Дождь начинается. Такие вот попугаи. Друзья, также есть здесь у нас дикие птицы,
Сейчас поспрашиваем, что за породы. Вот желтая шейка. Ты как сказал, все. А в какую цену такие? Что, полевые? Желтые шейки вот эти. 500, это садовые. 500 рублей садовые. Самки там тоже. Ну что, я так сниму. Потом в интернет, да, вот ладно. Здесь вот смотрите, зеленушки, репела, щеглы. Цены от 100 рублей и до 200, примерно до 300. Хозяин говорит, смотря какая птица. Вот репела уже с красной грудью. Вот они. А, нет. Вот репела с красной грудью, а это... Друзья, это чечетки. А я говорю репела, красногрудая, а потом вспомнил, что это не репела. Привет. Угу, я понял. Щеглы, реплы, зеленушки, чижики, чечетки. Чижики, чечетки. Там не видно, кто. Щеглы 200 рублей, реплы 200. Эти 300 пара, чижи по 150. Цена 150 рублей. Банщик готовится, видите, веники достал. Сейчас тут очередь была, лишь люди зашли, прогреются, пропарятся, выйдут. Так что, друзья, приезжайте, кому холодно, банщик попарит. Здесь у нас ажиотаж. Смотрите, какие тут бывают у нас мучники. Вот такие вот личинки продаются. Яйца. Стараются. Розылы красные. Саша, я извиняюсь. Спасибо большое. Вот такой вот какаду желтохохлый. Неразлучники. 900-800 рублей. Какарики. По 2,5. Клеточки закрыли клеенкой. От дождя, от ветра, видите. Молодые неразлучники. Вот молодые, красивые, волнистые. Смотрите, птица хорошая, здоровая. Хвостики красивые, крылышки. Цена 600 рублей. Клубника уже спеет. Видите, цветы цветут. Один раз в год. Друзья, сегодня мне удалось найти даже пару горлиц. Одна горлица стоит 800 рублей. А вот выставочные крупные волнистые. По 3000 цена. Снегири 800 рублей, 700 рублей, как-то цены плавают. Вот даже на выставке представлена синица Лазаревка. Помните, я такую ловил тоже. На видео у меня есть ловля Лазаревки. Вон они сидят.
Сейчас пойду узнаю, почему Лазаревка. Друзья, Лазаревка 100 рублей. Вот она синяя. Ну, я так понял, все по 100 рублей. Скоро у птиц начнется сезон размножения, и все откроют клеточки, и птичка полетит размножаться. Вот кинорочек. 3000 стоит. Вот здесь самочки по 1000 рублей. Вот такие самки по 1000 рублей. Вот похож на гибрида, что ли? Хозяина нет. По-моему, гибрид щегла и канарейки. Вот он, да? Сейчас хозяина найду, узнаю. Друзья, значит, смотрите. Вот это гибрид кеннера и овсянки. Вот, кеннера и овсянки. Здесь гибрид кеннера и репела и канарейки. А здесь, оказывается, все три гибриды. Ну, мне так сказали. Ну вот, смотрите, прям вылитый щегол. Вот красавец, прям вообще, как его снять. Вот такой вот гибрид вывели. Щегол и канарейка. Ну, красивый. Хозяин сказал, что все гибриды, но мне кажется, что это обычные канареечки, вот эти. А вот то именно гибрид настоящий. А в какую цену это, такие гибриды почем? Гибриды эти почем? Проданы? А, уже проданы, друзья. Итак, друзья, смотрите, вот эти самки 800 рублей одна. Вот эти самки 500 рублей одна. А вот остальные самцы 1500. Вот 1500. Обратите внимание, какая расцветка необычная. Хозяин шутит, говорит, кисточкой раскрашивал. Но цвет, конечно, сказочный, посмотрите. И вот еще самец чубатый, красавец. Так, идем дальше. Тут у нас клеточки, гнезда. И, конечно же, волнистые. Но это уже помесь простого волнистого и выставочного. Цена 1500. Ну и, соответственно, видите, размер меньше. Сегодня очень ветрено. Дождь хорошо прекратился. Есть возможность еще нормально вам отснять. Друзья, обратите внимание, клетка ручной работы известного мастера. Клетка сделана для дрозда из черного ореха. Ну, созвонимся. Цена данной клетки 1200. За подробностями можете писать в комментариях. Я вам помогу ее приобрести. Голуби, голуби в три ряда. Здесь вот я вижу синие кокарики, сейчас вам покажу. Вот молодняк синих кокариков, цена 8000. За нами наблюдают гуси. Павлины 8000, как кокарик синий. Петушки по 500. Почем ваши кролики? Трехмесячные по 800. Трехмесячные по 800. 9 месяцев 3000. Мы его забрали уже. Это четырехмесячные 1200. Такие цены. 1200, 800 рублей. Это вы уже купили. 3000. Да. Это такой вырос.
200 будет. Здрасте. Здорово, Юрий. Почем ваши карелы? А по сколько дашь? По три. А? По три. Ну, забирай. А это розовая какая-то, да? Это у меня печка коптит, а не это. Подкопченые. Копченые карелы. А? Копченые карелы? Копченые по три. Вот самочки волнистого. А как они отличаются? А переносится синие. Переносится, коричневая переносится. У самцов синие, а у девчонок коричневые. Ну как дела, Юра? Хорошо. Зебровые рыженькие, 800 рублей, неразлучники. Вот япошки обыкновенные. И снова снегири. Здесь снегири по 600 рублей. Голуби от ветра немножко поднадулись. Здесь разборки. Двое на одного. Подопытные мышки. Хомячки. Хомячки 50 рублей. Видите, здесь как бы ясли, а здесь уже более старшие. Петухи и куры по 2000. Это по куриному значит доброе утро. Какие-то кольца на клюве одеты. Интересно. Друзья, это проволока на клюве одета для того, чтобы петухи не дрались. Это своего рода такие вожжи. Вот, видите? С этими приспособлениями они не дерутся. Только кукарекают. А ваши почем кинора? Это 1000 рублей. Желтый 1000. Да, видишь, у него палец. Палец у него немножко. Да, да, да. Ну это годовалый самец. У него палец кверху, у него все хорошо, вот так вот у него. Вот так. А этот зеленый почем? Это 2000. Скажите, а сколько максимум колен могут петь? 15-16. Колен 15, да? Да. Ты в интернет зайди, там конкурс весенний был. Там... А здесь вот кинорочек. Видите, какие крылышки у него. Одно желтое крыло, другое серое. Здесь кинора выдают по 10-15 колен. При хорошем условии содержания. Какую цену такой красивый фазан? Какой? Вот этот, яркий, алмазный. 4000 пара. 4000 пара. Вот он, видите, а как. А какой, а привез ты? Нет. Это как порода называется? Сибрайт. Да, сибрайт. И почем они? 450. 450 рублей. Петухи. Сибрайт и петушки. Уважаемый человек сидит. Всех попугаев продал. Он, видите, зубы золотые вставил себе. Сейчас подойду ближе. Внутрь. А, павлинов продает, да? Привет. Почем у вас павлины? По 8? Да. Там по 8 такие. Да? Да, но белые, говорят, чуть дороже. Но хорошим людям скидки делают. Да, да. И внутри, да, у вас? Волнистых распродали, я смотрю, вот клетка пустая, да, уже. Да. Все, тут волнистые были, вот так открыл человек и вот и распродал волнистых всех. А это харты. Это борзые. Какая цена? По 8. По 8.
Вот такие вот собаки. С документами родословными, да? Только без диплома. Без диплома. Все ясно. Как у них тут хорошо, соломка. Пожалуйста, кто ищет мучника? Почем ваши птички? Смотря что. Репела почем? Репелов нет. Алло. А вот это внизу кто? Да. Здорово. Певчий попугай, порода многоцветный. Пара 15 тысяч. Вот это самец сейчас перед нами, а вот самка. Более замаскирована под дикую природу. Также здесь неразлучники. По полторы. Парочка. Вот. Фишера или масковые. Это у вас фишера или масковые? Фишеры. Фишеры. Это фишеры. По 1500 один. Вот еще фишеры. И вот эти фишеры по две. В магазин они уйдут, блядь, от него. По полторы. По-моему, 600. Здесь рисовки по 600 рублей. То есть на рынке птицы много сегодня. Цены везде разные. Надо ходить все спрашивать. Три пары. Любое зерно на выбор. Пожалуйста, все есть. Царица полей даже есть. Цыплята. Хозяин отсутствует. Почем ваши белые? 1000 рублей. Морская черепаха. 300 рублей. Да. Какую цену, синичка? Для ютуба? Да. 500 рублей. 500 рублей. Усатая синичка, если я не ошибаюсь. Щеглы по 100 рублей. За полторы то самое. Ну я же видел. Мне привозили вон пацаны. За полторы. Канареечки. 800 рублей. Самка. За 2 рубля. Здесь вот масковые. Получается мутация голубая и масковый синий. Монетку кидают это на удачу, чтобы еще раз вернуться. Друзья, здесь в перемешку розовощеки и масковые, и фишер тут сидит. А здесь сейчас я вам продемонстрирую, это именно не фишера, а именно они разлучники розовощекого подвида. Вот такие вот розовощеки. То есть все знают природные бананы, а это вот именно такие красавцы. Розовощеки, не разлучник. Какие павлины. Почем ваши голуби? Вот эти белые. Белые по 1000, да? Красавцы. Ведро рапса 200 рублей сегодня. Вот такие вот у нас тут птицы водятся. Ну, покажись, так это как называется? Нубийская. Нубийская сосна?
Или нубийская коза. Нубийские козы. А, нубийские козы. Марик. Красавцы. А лапу могут дать? Я могу прыгнуть и могу пободать тебя, если. А, может даже боднуть в лоб. Если меня обижают, я. Хороший, хороший. А рожки растут или такие вот шишечки остаются, да? Такие остаются. Марик. Марик, иди сюда. Не хочешь общаться? Иди, Марик. Красавец. Не нравится Марик. Ему. Красавец. Нет, этот блогер хороший. Марик, иди сюда. Застеснялся, наверное. Марик. А валенки есть? Все, спасибо. Чисто погрин. Немножечко осталось канареек. Сейчас мы здесь, пока хозяин не видит. Вот такие самочки. По 900 рублей. Видно, да? В какую цену черношейки? 300 рублей, друзья, черношейки. А там хозяина нет. Подписчикам моего канала огромный привет с выставки Кропоткинской. Ярмарки декоративных птиц. Вот так вот. А что это за порода голубей? Разные, да? Голуби разной породы. Почтовые, николаевские. Гляньте, кто тут рядом. Привет. Ага, попался. Это вот, который из сказки. Жил был у бабушки серенький козлик. Козочка. Меня поправил хозяин. Козочка, кому надо, пожалуйста, можете прийти посмотреть. Вот все, все фиксируют на камеру. А где просто белый, да? Это муларды. Нет, вот это. А это можно и отсюда делать. Это разницы. Муларды. Это белые утки. Утка хорошая, поднимается. Вот им все. А это русская делают. Я еще бабушка приезжал постоянно. 2 года самец. Друзья, вот попался мне пенантовый самец, разыла красная, реклама. Пенантовая. Платить цена 12 тысяч. Кому интересно, можете в комментариях написать, я вам потом номер. Давай номер телефона продиктуем. А продиктуем сейчас, хозяин не против. 8-918-370-9308. Курганинск. Вова, Курганинск. Пишите. Вон телефоны. 18 апреля состоится выставка в Курганинске. Телефон. Контактные телефоны вот здесь можете. Сейчас сделаем вам, кому интересно. О, вот, пожалуйста. Друзья, вот всю выставку обошел. Лучше птица не нашел, да? Это волнистые, скрещенные. Выставочный, как получехи. Симпатичный тоже. Под дождь немножко попали. Цена 1500. Друзья, сегодня встретил патагонского попугая. Попугай патагонский. Здесь пара, самец и самка. О, видите, какие малоносы называются. Я уже некоторые породы выучил. Какую цену они? По троечку. По троечку. Хорошая цена. Такие вот птички.